Сегодня утром ведущие российские фондовые индексы снижаются. А причина снижения – это неустойчивость котировок на рынке нефти. Сегодня цены на нефть пытаются пойти вниз на фоне негативной статистики из ОПЕК, которая показала, что добыча в картеле растет. А, собственно говоря, рубль ослабевает по отношению к доллару и евро. Это даже можно назвать небольшой коррекцией после вчерашнего укрепления. И сегодня мы предполагаем, что пара доллар-рубль стабилизируется на отметке 67, а пара евро-рубль на отметке 76,5. Также сегодня будет выходить важная макростатистика из Соединенных Штатов. А также, в частности, будет выходить статистика по нефти от Baker Hughes по количеству буровых установок в Штатах, что, собственно говоря, повлияет на рынок нефти и определит движение рублевых пар.